Знакомый, Владимир Иванович? Понимаю. Что тебе взять стаканчик кофе? Ты можешь говорить, что ты какими-то звуками мне говоришь, нечленораздельными? А? Не хочу. Почему? Ругаться не хочу, Саня. С кем? С людьми. Да ругаться нельзя, Владимир Иванович. Надо жить дружно. Как кот Леопольд говорил, помнишь, не? У тебя какой любимый военный фильм, Владимир Иванович? «Щит и меч». А еще какой нравится? А? «Щит и меч» про разведчиков. Здравствуй, Ларис. Ну что, полковник? Котлету возьмешь? По котлеточке. Да по кофейку давай. Тетя Том, по котлеточке и кофе нам по одному тоже. Будьте так любезны. Вот такие же по 290. По разным пакетам. И подогреть, пожалуйста, если можно. Разогреть, подогреть. Куда поглядываешь? А? На колбаску? Брал уже, Владимир Иванович. Хватит пока на сегодня. Второй заход у нас сегодня в центральный. Я вообще ничего не пойму. Я не буду привозить так товар. Извините, меня вечером одной разбирать. Ну, снимала, что-то. Что увидел, дядь Бог? А? Кофе и котлеты. Лавашей ты набрал опять как надо сегодня. Сейчас с котлетой лавашек рубанем. Ломанешь? А? Пакет ложи на стол, а то не возьмешь все в одни руки. Еще котлеты, Владимир Иванович. Пакет тоже ставь здесь, что ты с ним ходишь, Владимир Иванович.